Всем привет-привет! С вами Олег. Привет-привет! И Флешка. Да. И мы продолжаем возрождать эту безжизненную просто планету. Это регресс. Это регресс. Да, детка, это регресс. Отдельное вот. Спасибо за пинок. Тигре, да. Спасибо. Эти пинки нас стимулируют, да? Или как это? Да, стимулирующий пинок под одну пятую точку. Под одну и под вторую. И под вторую. Ну что ж, мы тут за кадром, кстати, очень много пошуршали, ребята. Как вы видите, я автоматизировала печку по... Пошли, Саша, посмотрим. Из Railcraft'а. Какая здесь основная проблема у печки? То, что скапливается криозотное вот это масло. Здесь нету удобных драмов из Extra Utilities. А строить большой железный тэнк как-то мне вообще не хотелось. Я воспользовалась коллекцией труб, которая хранится у Олега в сундуке. Просто коллекция труб, реально. Забабахала здесь вот трубу, воет трубу жидкостную, которую ну, забирает. Ну тут ноль постоянно. Хоппер, который подает уголь, и труба, которая забирает как бы коксовый уголь. Вот и все. В принципе, можно здесь поставить бочку из жабы, которую связать эндер-связкой с этой бочкой, и чтобы оно автоматически вот сразу в печку подавалось. Ну, мне не захотелось, оно не так много делает, и время от времени просто подхожу и ручками перекладываю. Вот да. Так вот. Да. Еще я немножечко увлеклась пчелками. В прошлой серии мы там делали вот эти ульи. Да. А потом флешка пошла по миру гулять. Нагенерила несколько гиг мира. Нет, не гиг, ну, мегабайт 300 точно. Ах, это не звучит так серьезно. В общем, здесь везде биом такой, что нормально живут только пустынные пчелы. Для того, чтобы нам выполнить задание и сделать костюм... Оботание, там же можно менять пчел. Биом им не подходит. Получить тропических пчел не проблема. Проблема заставить их работать в нужном нам биоме. В принципе, можно зафигачить большой апиарий, огромный, Элвери, вот эту многоблочную структуру, но я не хочу. Но я хочу поменять биом с помощью ведьмовства, но для этого нам нужен ковен. И я здесь пыталась заставить центрифугу работать. И она работала. Единственный способ, чем ты ее запитывал. Я ее, кстати, пыталась запитать вот этими дешевыми двигателями из Wooden Engine. Я просто помню, что на версии 1.2.5 можно было, если их много, поставить до трубы, присоединить к трубе, которая экспортирует энергию. Короче, проводит энергию. Его хватало, чтобы запитать какую-то маломальски там помпу или еще что-то. Здесь это не работает. Оно только работает вот на деревянные трубы, которые что-то вытягивают из какого-то инвентаря. То есть пофиксили эту халявну. И пришла я в своих мучениях вот к такому торфяному двигателю. И как вот, получить вот здесь сразу торф? Же торф. Я покажу, как его делать. Он делается из земли и песка. Выставляем вот таким вот макаром песок. Еще бы где-то взять кусочек земли. Земля. И макара. Земля в иллюминаторе. В общем, ставим вот так вот песок, землю и посерединке воду. Может быть ведро воды, может быть вот такая капсула из форестри. И мы получаем бок. А баночка воды может быть? Даже баночка воды может быть. А, ну тогда очень даже нормально. Да. И что дальше с этой штуковиной надо сделать? Ее надо поместить возле воды. Видите, я сделала вот такие кружочки вокруг лужиц. Вплотную типа поместить, да? Да, да. Оно должно быть вокруг воды. Я не знаю, может на два блока работает. Но я вот еще с 1.2.5 вот такой схемой пользовалась. Для верности. Да, да. И решила ее не менять. Вот как выглядит этот букирс. И со временем он превращается в торф. Перегнивает. Мы его сбиваем и получаем обратно нашу землю. Ты сбил, и как раз он превратился в торф. Второй, да. Получаем обратно нашу землю и получаем вот этот торф.
как бы не смотрите то, что здесь все превратилось, это просто Олег очень долго был на сервере, а на самом деле процесс, ну, очень медленный, безумно медленный, и теперь на Как это ты говорила, 1.7.10. что флешка писала, типа, сижу, торф делаю и сериал смотрю. Да, 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 так да. было? Я посмотрела 3 серии и сделала буквально там стек этого торфа. Это при таких вот масштабах. По 40 минут где-то, да? Я ж не знаю, Да, как да, там да. было. И в результате перегорания этого торфа мы получаем еще пепел. И этот пепел можно использовать для того, чтобы умножать наш фертилайзер. Но молодой Или тебя же он. превращать торф в более крутой торф, но для этого нам нужен прополис. Это уже как бы продукт жизнедеятельности пчел. Но сейчас мне прополис нужен для автоматизации пчелок, для трубы, которая сортирует. Для трубы apiarist pipe. В общем, все очень сложно, и у нас обязательно будет еще серия по пчеловодству, потому что это очень, очень Но круто. пока это только начало. Это А тут я самое-самое уже начало. выложил все, что нужно для нескольких заданий. Просто. Готовился как мог. А какой это раздел? Давай мы их сразу и выполним. Не Сейчас я открою. Это, кажется, помню. шестой. Нет, это Пятый, пятый. пятый, пятый, Пятый пятый. раздел. Это у нас IMA О, Fairy. роллинг машин нужно еще сделать. Открывать задание, я не видел. Роллинг машин это из Рейлкрафта. Это мы Да-да-да-да-да. отдельно займемся. Я уже там сталь делаю потихоньку для этого дела. Лазер и ассембли тейбл. Тыкни мне пальчиком, Наложить. который из рецептов лазер, а который assembly table. Лазер? Наверное, тот, что Ты... с редстоуном, таким треугольничком, это лазер, да? Нет, сначала моностил ингот нужно... это... Сейчас. Сначала нужно сделать... там же с ботанией все сейчас у нас тут. Нужно сначала линзы сделать из ботании. Оу, Да, линза. линзы из ботании. Вот я сделал. А потом ее Да. еще раз надо. Да, О. с руной. Рун. Видишь, вот такая вот Отдай мне мою фигня. воду. Твою воду? Ты держишь в руках мою воду? Иди сюда. Я ее из крестака взял. Да. Так. Олег уже приоделся. Я еще нет. Но ничего, скоро. Вот такие вот рецепты. Вот теперь ты делаешь лазер. Да. Давай я в столике посмотрю. Все с ботаней, просто все с ботаней. Ну и правильно, ну как бы вся сборка завязана на ботании, и нам это безумно Да. нравится. Мы это одобряем прям вообще. Так, следующее, что нужно сделать, assembly table. И там тоже нужна линза, что ли, да? Нет, в нем линза не нужна. Это последний рецепт, он выложен. Собираешь его? Не-не-не, давай, давай ты. Такая техника нуждается в мужской руке. Я так цветочки пособираю, грядки пополиваю. Торф поделаю, помедитирую на торф. Пчелок там поубаюкиваю. И Солью еще это. кое-что. Посмотри, что вот я сейчас сделаю. Basic Gate нам предлагают сделать, да? Нет, я вам верстаки выложу. О, таумометр ты сделал? О, Да. спасибо, спасибо. Давай выполним это задание. Мне, кстати, еще лазеров отсыпали. А таумометр это у нас из последнего Последний, раздела. да. И наконец-то я смогу все ходить, изучать. И что, у нас ничего не Пока еще открылось, больше ничего кстати. не открылось. И Вечери, там тьма всего, просто вечере вообще просто, все да, мигает, все я как мигает. открываю этот раздел, у меня сразу глючи начинает. Но это еще не все. Мы готовы сделать крылья. Да? Мы готовы сделать крылья. И я открою рецепт. О, у тебя там кто-то на крыльях любви пролетел просто. Так, у меня все для этого есть. Олег сходил еще раз в End, набрал. Умер первый раз. 72 дня я, оказывается, был жив. Мне написала. Столько Я времени первый мы не раз. умирали, да. Вот Мы я. вообще, по-моему, не умирали.
Нет, Или умирали? было, Было, было. было, было. Держи крылышки, и теперь мы можем их превратить в какие-то другие крылышки. То есть, Каким макаром? вот смотри, я в крафтинг-тейбле положила крылышки, Фигеть. кусочек кварца, и получила вот такие крылья. Я не знаю, их надо как-то одевать. О, они Ой. оделись. О, я так и Ой. оставлю. Ой, прикольно. О, милота-то какая! Ух ты, круто, слушай. Черные Красиво-то как. крылья, огненные крылья. Огненные? Да, А где это, хочешь? в каком-то разделе? Ты просто набери в ней вингс, и вот есть одно крыло, это с О, черным кварцем. салатовые. Салатовый Элвинко, хочешь? салатовый, да, прикольно. Хочешь? Ну, под костюм. А, он же будет сейчас невидимый, точно. Да. Ну, Костюм в будет общем, невидимый. это тебе А тебе выбирать. даже без костюма будет хорошо. Я хочу еще попробовать вот эти с черным, но только для этого мне надо хотя бы один чаркол. Чаркол, сейчас я его пережарю. Итак, давайте я вот А ты Phantom Inc. сделай Они баночки, да. делают, да, они делаются вот так вот, и они позволяют красить Броню. фантомными чернилами броню. Так, могу я переделать теперь крылья? Если я их один раз на них внешку повесила, смогу ли я их переделать второй раз? Смогу ли я их менять как бы под настроение вид крылышек? Да, Угу. А могу. теперь смотрите, делаем вот так вот. Оп. О, смотри, какая я грустная с одним крылом. В смысле грустно с одним крылом? Ну, знаешь, ангел с одним крылом, смотри. Нет, то было покрасивее. Покрасивее. Да я просто хочу Да. все попробовать, понимаешь? Давай, броню я там положу, как раз 4 штучки. И вот, да, я в броне. Это мне нравится больше всего. Но я пока что эту броню я не буду переделать, а когда уже перейду на... ну ты понял, перейду Тарасталь. на Террасталь, да, я тогда... А Отлично. какие хочешь крылья? Я? Не знаю, красный был. Сейчас я сделаю этот... А как сделать? Я сделала голубенькие. Сейчас посмотрим еще на голубенькие. Так, а где бы нам лазеры размещать? В какой части? Это нам надо определиться, где у нас будет энергоснабжение, Да, чтобы да, понять. да, да. Но над И этим надо мы еще еще не определиться, думали. куда все эти сундуки сложить. В Applied Energistic, я так подозреваю. Ты не думаешь? Ну ладно, окей, ждем еще. Еще Потому что ждем. если вот тут выйти, и тут 1, 2, 3, 4, 5. И там то же самое. Везде сундуки, 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 сундуки. Причем половина из них мои. Да неправда, моих тоже много. Так, я еще хочу посмотреть на голубенькие и Как ее на как их огненные. одеть? Правым кликом. Так. Смотри. Стой, погоди, а я их не вижу. Потому что первые, они без внешки вообще. Смотри, что у меня на попе. Такое впечатление, будто меня кто-то пнул. И знаете, как в мультиках разлетаются вот такие звездочки, когда кто-то кого-то пнул. И теперь я О, попробую да. еще огненные. О, моя коллекция труб. А, у тебя не один сундук с трубами. Я старался делать один. О, смотри. Демонические такие. Не, ну я все-таки склоняюсь к тем первым. Да, первый самый красивый. У них еще и нимб такой забавный просто. Да. А, То есть и ты можешь переделывать их, да? да, бесконечно под настроение можно менять себе внешку крылышек. Вот. Все, я Это с красивая. чем это было? Это просто с кварцем. А где просто кварц можно взять? Мне взять? Держи. У меня один сейчас спирает. И мы можем выполнить теперь задание, и нам дадут, вот дали большое колечко манны. Оно пустое, насколько я понимаю, да? Это какой раздел ботания? Шестой, да? Третий. Нет, третий. Летаешь, ну, управление здесь.
Ой, смотри, Нет, мне как я дали ей полное практик. кольцо. Полное? О, полное, да, Полное, отлично. А да. я пока что расходую синее. Смотри, какие партиклы подо мной. Я прямо... Ух ты, прикольно. О, это... А я не вижу Ух твоих ты. партиклов. Ух Ну, ты, в общем. прикольно. Ребята, это самые кульные крылья, которые только могут быть. Это просто замечательно. Я знаю, где нужны такие крылья, честно. Васки, ты гений, просто гений. Я Круто. не понимаю, почему эти Офигенно. крылья машут у меня из попы, а не из лопаток. А Но, у в общем, меня? это уже мелочь. У тебя тоже из Нет, у попы меня они на машут. пояснице, а не А, на ну хорошо, на пояснице. пояснице. Окей, я это уже... Эту часть я уже попой называю, а не поясницей. И теперь, когда у нас есть крылья, знаете что? О, и мы закрыли полностью третий раздел, кстати. Да. Возьми себе ведерко, милый мой дорогой товарищ, и мы пойдем искать нефть. Да. Да, как раз солнышко всходит, Да. и А у меня где же... бы мне ведерко взять? Знаешь, Я что я где-то еще видел сделаю? их. Где-то я их видел. Я еще сделаю канистры из Forestry. Много сделаю их. Да сделай себе из железа ведерок. Что ты Да паришься? я вспомнил, где я их видел. Здесь вот они. Я, как всегда, скину в первый А, попавшийся сундук все, что у меня нет. Вот есть. здесь вот они, под малышкой. Под малышкой ты там оставлял? Я забирала. Я сделала этой лавы. Ой, Понятно. как Я сейчас красиво. малышку лаву закину и не Так закину. она полная. Ой, ой, все, пошли. Ну Пошли на ладно. поиски нефти. Погоди. Как это приятно летать. Вот чего мне не хватало на Рогросе, так это летать, ребята, просто. Теперь и строить будет легче, потому что пора уже Да. организовать какую-то базу, потому что вот это скопление сундуков — это не база, это Какую-то ба... скопление Тут, с... кстати, я заметил, что еще 5 частов стоит. Можно еще где-то поставить что-то. Что часто стоит? Честы стоят. Ну, сундуки еще есть лишние. Можно А, куда-то что-то лишнее? поставить. Да, можно. О, у тебя здесь были канистры с водой. Где? Ну что, ты готов? Полетели? Что я хотел вообще? Найти нефть. Бедро сделать. Ведро сделать. И нам в награду, кстати, дадут Fluid Tank и дадут Combustion Engine. Он работает на... Если это не последнее задание. А, Ну, если... Да. полетели. Ну что, это мы сделаем, наверное, уже за кадром, да? И покажем, когда уже найдем. Да. Как же наша база прекрасна с высоты птичьего полета. Ах, эти грядки. Ну что, мы к вам вернемся буквально через секунду, да? Та-дам! Не прошло и 5 минут, мы буквально совсем чуть-чуть отлетело от базы. И смотрите, какое здесь большое это... Месторождение. Да. Ну, я 3 ведра набрал. У меня эти канистры. Что здесь с нефтью? Какая опасность теперь в этой версии? А Нефть теперь помпу нужно. засасывает. Нефть засасывает, и можете легко умереть, если попадете вот в такое вот. Вот в такое вот. А, как помпа опишется? Памп. Памп. Тьфу. Памп. Я просто взяла из Forestry канистры и... Ой, а здесь реально большое Огромное. месторождение. Просто огромное. Здесь реально нужна помпа. Но все равно я сейчас заполню все вот эти канистрочки, которые у меня есть. А у меня их было 30 с чем-то штук. И еще 4 ведра. Жадность просто Нам как раз кучу лазеров дали, 3 штуки. через край. Вот, Вот для у меня чего. есть А 40 блин, как мне ведер. нравится этот след. Слушай, Правда? а Партиклы. на других другой след, наверное, да? А я не знаю, возможно. Давай, показывай дорогу к базе. Что надо показывать? Вон, И что? И сами следующее идите. задание нам предлагают сделать... Да, нам предлагают сделать помпу. Сделаешь помпу? А может поставить там какую-то точку? Я не знаю, как... Здесь есть задание, кстати, на всякие точки. Как отметить? Я заскриню. Ты Вот где? так. Так я знаю, куда лететь. А я заскриню координаты. Это же нефть. Так мы просто по прямой, считай, полетели на острова, которых Я никогда не было. потерялась. Я потеряла то место, где я потерялась. Да, и мы когда ушли на паузу, подумали, что да, было бы хорошо сделать себе такие же поиски, как А вот на и я. Доминионе. Да, вижу тебя, вижу, все.
Все, я вижу ориентир. У меня опять эта песня глупая в голове. Знаешь эту песню? Я знаю Нет. пароль. О, ну хорошо, Какой парень? хорошо, что ты не знаешь ты эту песню. Отлично. Не буду тебе напевать. Что-то в голове такое Не надо. вспоминается. Во. Оп. Вот, ты делай помпу, а я еще покажу, я забыла совсем рассказать. Я же сделала автоматизацию жемчужин из А есть же мерикалчера. у нас еще танки, да? Где-то нету у нас таких. Стеклянные? Нет, таких красненьких Такие. нету. Нет, мы не делали. Есть только из мерикалчера, а нам нужны такие. Так, я нефть сложу в сундучок с торфом. Это будет, как по мне, логично. Делали. Мы газ не набирали. А, нет, мы не Не. газ набирали. Газ мы набирали в танки из Мариколча. И помпа делается из трубы золотой, из О, танка, кстати, ты из говорила, шестеренок. что можно Подожди. шестеренки выплавлять. Что, попробуем? Давай, да, я бы с удовольствием попробовал бы. Это, ребята, я подсмотрела у Зига. Ему тоже кто-то из зрителей подсказал. Они-то, конечно же, у нас есть пара шестеренок, это быстро сделать, но... Ну, у нас нету сплава для залива. Мне надо алюминий. 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 Сейчас сделаем алюминий. У нас же грядки, у нас все есть. Ну да, мне нужен алюминий. Иди сделай. Мне нужен обсидиан. Иди сделай. Сделай себе самообслуживание просто А, да, я тут полнейшее. еще доделываю систему сортировки, пытаюсь, во всяком случае. Ну, может, мы ее презентуем, когда она уже будет в рабочем состоянии. Олег тут... Да, мы в курсе, что здесь будет потом Applied Energistic, то есть он уже есть, им можно Но надо пользоваться. попробовать все. Но трубы из Guildcraft, это, знаете, это Это геморрой. Нет, это как вспомнить детство, я не знаю, как-то так, вот. Вспомни, лучше его забыть навсегда. Ой, ну все. Раз, два, Ой, ну три. все, ты себе сделал. А, ты еще не будешь делать, красить свою броню, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, 3 на 2. 3 на 2 слитка. Нет, эту броню я пока не буду красить, потому что, ну, Да покрась. я ее скоро сменю на террасталь. Тем Вот. более, если ты ее снимать будешь. Как тебе идет этот ним, ребята? Это самое замечательное. Я хочу такие крылья на доминионе. Все. Я хочу, я себе уже решил, Знаешь? что они у меня такие будут. Ну. Только они заменяют слот под как его. Да, Амулет. да, да, да. А если их просто носить в инвентаре? Нет. Нет. Черт. Я пробовал. Но Ах. прикольно. Да я Вот буду здесь они снимать его, и проигрывают. это. Да, ради Понты, вида, да, да, понты понты для страшно приезжих. везде. Точно так. Сейчас мы расплавим и попробуем, будет ли работать это. Ну, как бы нацелился, оно работает, так что я не вижу причины, почему здесь оно не должно работать. Ну, а сейчас. Прикольно выглядит, слушай. Сундук отпускаем. Заплавилось? Нет, еще нет, 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 еще копер плавится. Оно автоматом соединяется всегда, да? Смешивается? Да. Ну да. Или можно как-то самому регулировать? Нет, нельзя, поэтому если делается автоматизация какой-то переплавки металлов, то разделяются те металлы, которые в принципе могут смешаться, вот как у нас на Доминионе. Есть отдельно печка для железа, золота и меди, Да, и все, да. отдельно печка для Ликой. тина и этого. Вот. И О, какая нам нужна шестеренка пропала. шестеренка? Железная. Нам нужна железная. То есть мы берем. Интересно, сколько надо слитков на нее? Ну, Сейчас. давай Не, я не пишет, не пишет мне так. закину 5 слитков, а там еще глянем, сколько останется. Хорошо. Эксперименты. Да. А пока что... Сделай танк, я не знаю, что там Что еще я надо сделал? для помпы. Я выложу просто все. Golden Fluid Pipe. Вот этого у меня нету. Есть Golden, но нету... Без этой добавочки же. Да. Стоп, я все голды потратил. Все на систему вышли. Иди там сруби одно, потом доставишь. Нет. Хотя... Хотя соблазнила на легкое решение. Нет, не буду это сделать. Ой.
Ой, все. И Еще бы да. золото найти. И да, слышала я краем уха где-то, что грядет большое обновление в Регроусе, то есть еще не скоро закрытие сезона. Зачем тебе столько золота? Здесь вот слитки, блоки. В сундуке Есть, да? я плавила. А, окей. Окей. Сколько мне нужно? Загрузил тут малышку работой. Она и так Пускай работает, трудится. потеет. Хорошо. Есть у нас переплавленное Пускай железо. пропа... Стоп. А, блин, а у меня нету. 576. Значит, ты положил 5 слитков, да? Угу. Остался один. 4 слитка уходят на шестеренку. То есть мы экономим ту, Все что должна правильно. посерединке быть. Стоун. Стоун, шестеренка. Но это еще не... Там их по-другому можно делать. Я Еще положу более тебе неэкономно. в стол и закину еще железо, чтобы, ну, доделать. Угу. Ну, тебе же Дождь надо две пошел. шестеренки. Дождь А у меня, пошел. кстати, звуки игры отключены. Давай поспим. Подожди. Где я Ноги. ноги мыть буду? В этих маленьких лужицах. Ой, все. Они грязные, там торф. Фу. Торф, кстати, очень чистый. Ну, воду очищает, да. Ну Но он же вот. сейчас перегнивает. Он не перегнивает. Я бы не назвала этот процесс гниением. Я бы назвал. А я бы не назвала этот процесс гниением. Окей, хорошо. Это процесс не гниения. Хорошо. Клин. Ждем. Вот я забыл. Вот так вот. Ждем, пока переплавится. И насчет добычи энергии из Forestry я бы хотела на этой сборке заморочиться биотопливом. Как ты смотришь на это? То есть сделать какую-то ферму дерева можно даже на Таумкрафте, если нам задание о боги позволят нам развиться дальше в Таумкрафте, сделать ферму дерева на големах и потом саплинги и яблоки пускать на биомассу, биомассу переделывать в биотопливо. Как тебе такая идея? А Очень как хорошая замороченная идея. ну отлично, чем замороченнее, тем лучше, мне кажется. Тебе не кажется? Ну, нет. Мне казалось, что мы с тобой в этом О, очень а похожи. дай мне термометр. Он в сундуке где-то Пожалуйста. здесь. А что ты хочешь сделать? Поизучать что-нибудь. Ну, там надо в определенном порядке изучать. Вот лежит на земле. Надо начинать с самого простого. Кажется, грасблок ты не выучишь. Тебе надо просто землю. Подойди просто к земле. Мне бы Воду. травичку. Воду. Травичку ты сейчас не выучишь. Нет. Дерево? Нет. Нет, листы. Ну, в общем, У меня где-то валяется даже листик, в котором я себе записывала, в каком порядке надо изучать все предметы. насколько я помню, мрак кидал ссылку мне, и там есть где-то парень один заморочился, и там с помощью Java он создал. Ну, неважно, короче, там полный график, что зачем идет и как. Рисунок такой офигезный. О, даже так. Да, даже так. Что зачем идет и как изучается. Ну, Вот надо у поищи в магов комментариях, спросить. поделимся этим. Так они мне в скайпе скидывали. Ее, последняя шестеренка. Сейчас, Олег, давай, забирай помпу. Это твое детище. Давай. Ничего, моя твоя тоже. Забирай. Юху, а где салют? Я не поняла. И следующее Потому что у задание нас еще. нам предлагает сделать Combustion Engine. Давайте. Давайте посмотрим, как он делается. Мне кажется, несложно делается. Да, две шестеренки. Пистончик. Ну вот, есть еще две. Выкладывай остальное. Пистоны я, кстати, тоже наделала. Или я все использовала? Блин, я все использовала, да? Да, нету пистона. Я искал, мне нужны были. Я И потом я делала. отказался от этой идеи. То есть лень было самому делать, да? А, здесь, наверное. Нет. Нет, здесь есть двигатели, вот эти Wooden Engine. Я, кажется, все пистоны пустила на эти двигатели. Так что делай пистон. Кому-то можно встать. Нету, нету нигде. Я вот прошу. Вот здесь, кстати, пайп силанты. Здесь два стека лежит. То, что делает обычные трубы Да, водопроводные. я их тут складываю. Это коллекция твоя? Да.
пистончик. Здесь пистончик делается, если кто-то не заметил, с левелером, а не с редстоуном, чтобы можно было в более раннем этапе делать. Вот так. О, с обычным кобблстоуном. А я же... А ты стоун взял? Да, я пытался стоун взять. Палка нужна мне. А может тебе левелер дать? Давай левелер. У тебя вот тут в сундучке лежат левелеры. И дерево. Вот тебе левелер. Я положила в сундук. А дерево там есть. Вот березки возьми. Угу. Да, надо бы опять-таки заняться деревом. Ферма дерева нам бы очень пригодилась. Потому что постоянно надо то на бочки, то на сундуки, то еще на что-то. На палки какие-то. Ну, как раз осталось одно железо. Все, я сделал. Уху! Мы выполнили задание? Да, 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 да. И нам дают еще много. Фу, танк я сразу же их положу тебе сюда. Вот так. И что ж, у нас следующее задание — это сделать систему по переработке нефти в бензин. Угу. Ну, этим мы, наверное, займемся уже в следующей серии. А под конец я покажу, как тут мои пчелки поживают. Вот, пока что так поживают. И я знаю, что можно их автоматизировать на основе алмазной. А где твои пчелки? Я так и не ходил туда. Здесь, за адскими вратами. Я просто даже не видел, где это оно там. Летать можно. Летать можно, да, к черту забор. Я этого и не видел. О, какой. Честно скажу. Сюрприз. Это уже второй день на сервере. Второй день на сервере. Я сюда и не заглядывал. В этот уголочек. Закопался себе. В общем, мне надо прополис. Прополис можно добыть только из либо meadows, либо с тропических вот этих бомбов. И на основе этого прополиса вместе с трубой алмазной делается труба пчеловода, которая сортирует очень-очень хорошо, что куда идет. И я автоматизирую просто на трубах эти ульи. Это очень просто. Это предельно просто и никаких затрат энергии не требует. Это все просто элементарно. Так что будет серия по пчелкам. Обязательно пчелы — это мое ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ты их очень любишь, да. Очень люблю пчел. Пчел, цветочки. Я же девочка. Все нормально. У нас очень много работы. И ведьмовства, и автоматизации. Да, кстати, я тебе еще кое-что напомню. Ты повернешься, если назад, ты увидишь, кого нам еще нужно убить. Много раз. Много раз. Второе. Много, да. Много раз. Но это только после того, как я переоденусь. Переодевайся, мы глянем. В следующую броню я имела в виду. На этой оптимистической ноте. На месте начала можно закончить. На месте начала. Хорошо. Да, но это уже привычное такое место. Мы даже если перестроим базу, мы вот этот проход точно сносить не будем, потому что где же мы будем начинать? Мы просто не сможем начать, если не будет вот этой арки великолепной. Классно, у тебя крылышки, и ниф такой классный. Он еще меняет цвет. Прикольно. Да, у тебя такие же. Да, да, мне тоже нравится. Ну что ж, ребятки, на этом все. С вами были Олег. И Флешка. Пока-пока. Всем пока-пока.